Привет! Сегодня вы узнаете в этом выпуске, насколько грузины любят свою страну, насколько они готовы в ней жить дальше, несмотря на какие-то возможности выехать в другие страны. Мы зададим им прямые вопросы, устраивает ли их жизнь в Грузии и что они будут делать, если у них появится какая-то финансовая счастливая возможность выехать в другую страну. Оставайтесь, смотрите, будут интересные ответы. Поехали. Скажите, пожалуйста, вам нравится жизнь в Грузии? Конечно, я в раю. Отлично. А если бы какая-то выпала счастливая возможность финансовая переехать в другую страну, вы бы в какую-то переехали? Нет. Скажите, пожалуйста, вам нравится жизнь в Грузии? Естественно. Да? Да. Хорошо. А если бы у вас выпала бы какая-то счастливая финансовая возможность переехать в другую страну, вы бы переехали? Если более хорошая финансовая у меня возможность была бы, я бы наоборот. Здесь остался? Целеустремленный, даже целеустремленно я здесь остался бы. Ну, как бы свои дальнейшие мечты развивать. Отлично. Вам нравится жизнь в Грузии? Ну как? Устраивает она? Просто мы здесь постоянные жильцы. Безысходное положение. Нравится, конечно. Я понял. А скажите, пожалуйста, если бы вам выпала счастливая возможность вот, финансовая куда-то переехать в другую страну, в какую бы вы страну переехали? Не знаю. Не задавали себе этот вопрос, да? Нет, точно не задавали. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вам нравится жизнь в Грузии? В Грузии? Да. Нет. Нет? А почему? Очень тяжело. Тяжело, да? А экономически или люди такие? Экономически. Экономически, да? Я понял. А если бы у вас была счастливая возможность, вот финансовая, куда-то переехать в другую страну, в какую бы вы выбрали переехать? В Грузию. А в какую страну? Ну, Германию, Францию, Европа, Италию. Да? Европа. Европа, да. Я жизнь в Грузии вам или нет? Я родился здесь, вырос. Это нравится, да? Да, живу как хочу, так и делаю. Я понял. А скажите, если бы вам выпала счастливая возможность вот, финансовая, вы бы в какую-то другую страну переехали? Если да, то в какую? Знаешь, что скажу? Была возможность какая-то. Ребят, два раза. Ну, и значит, судьба мне такой. Не захотели, да? Ну, было так, знаешь, как скажу, допустим. Мой брат отделялся от меня, но я жил с матерью. Отец не мог оставить. Вот. А так, в Казани было такое, что человек сам меня просил. Ну, что я делаю для него? Просто на речке повел. Рак половили, рыбу половили. Оказывается, генерал-директор какой-то завод. Он мне говорит, ни деньги, ничего не хочу, ни хата твой. Все будет у тебя гореть. Ну вы мать не захотели оставить, да? Мать, отец не хотел оставить. Не мог. Старики, у кого оставить? Ну да, все правильно. Пожилые, кому оставить? Все пожилой. Правильно. Старости, значит, вырос всегда, убегал от... Ну да, да. С родителей, Гай. Все правильно. А скажите, пожалуйста, вам нравится жизнь в Грузии? Нам? Да. Я горжусь, что я грузин, я живу в Грузии. О чем речь, да? Да. А если бы вам выпала какая-то финансовая, счастливая возможность переехать в другую страну, вы бы это сделали? Я не сделал бы. Я и в Европе, где я не был. Такого страны, как здесь, нету нигде. Теплый, хороший климат. У нас хорошо, у нас все хорошо. Люди вино хорошие. Вино есть, чай есть. Пойдем дальше. Спасибо. Ну, я не пью, спасибо. А вы откуда? Куришь? Я Украина. Не, не курю, не пью ничего. Ну, спортсмен. Спортсмен, да. Короче, хочешь здоровьем умирать? Хочу пожить немного. Здоровьем хочешь умирать, да? Да, да. Дай Бог тебе здоровья. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вам нравится жизнь в Грузии? Нормально. Нормально, подходит, да? А если бы вам выпала счастливая возможность финансовая, вы бы переехали в другую страну? Ну, на все, да нет. Нет? Нет. Ага, понял. Скажите, пожалуйста, вам нравится жизнь в Грузии?
Грузии? Да. Конечно. Нравится, нравится. Да? А хорошо, а если бы вам выпала какая-то счастливая возможность переехать в другую страну финансово? Никогда я не поменяю свою родину за хорошее золото даже. Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, вам нравится жизнь в Грузии? Меня? Да. Грузии, конечно, нравится, да? Нравится, да. А если бы у вас появилась финансовая счастливая возможность переехать в другую страну, вы бы это сделали? В другую страну? Да. Я свою родину не оставлю ни за что, ни за деньги, ни за никакой богатство. Я понял. Здесь родился, здесь умру, да все. Мой пока это, деди, прадеди, ихнего, здесь жили, да. Mm-hmm. За какое богатство можно, короче, да? Я понял. Поменять. Хорошо. Обратите внимание, что опрос проводился среди возраста 55-60+. Это значит, что люди уже достаточно сильно пустили корни в своих домах, в своей стране. Среди молодого поколения, возможно, могут превалироваться или преобладать другие мнения по поводу переезда в другие страны. Но нюанс в том, что у молодых я не могу на русском спросить об этом, потому что они русского просто здесь не знают. Поэтому я спрашивал у людей 55+. Поделитесь своим комментарием о том, что вы знаете, готовы ли грузины оставаться в Грузии, или они наоборот хотят уехать в другие европейские страны, или может в Америку, а может в Россию. Напишите об этом в комментарии, это будет интересно почитать. Спасибо за просмотр. Следите за новыми видео, которые «Странствующий ветер» снова принесет на ваши экраны телефонов. Пока. Ну такого, Гарик, фонтана в Турции точно бы не было. Я тебе точно отвечаю.